Это храм Святой Троицы на Международной. Смотрите, какой он великолепный. Это уже за пределами его. Все тут так красиво, такие деревья великолепные. Все ухоженные, побеленные, уже солнышко немножко приглушенное. И тут детская площадка. Вот. Здесь в храме они занимаются бездомными, кормят бездомных, но я не знаю, где там территория какая. То есть это в рамках управления владыкой Меркурием, он такой вел. Вот. Потом тут детская площадка с обучением у них. Потом тут своя студия или радио, дом, что-то такое тут есть. Я особо не изучала, но это в следующие разы. То есть у них тут широкая деятельность храма ведется. Это все поподробнее я потом вам скажу. Вот, смотрите, красота. Вообще красота непередаваемая. Его видно с остановки, когда едешь в центр. Этот храм, собор видно с остановки. Когда проезжаешь, собор видно.